основу статьи 319, части 1, статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации в составе суда секретаря Госавтодора. Заявление касается процессуального характера дела, включая вопрос о возможности продолжения судебного заседания в отсутствии не имеющихся лиц. При этом судом принимался. Заметки письменные. Ну, если вы иначе никак не можете, пользуйтесь заметками письменными. Ну, прежде всего, я бы хотела попросить прощения у сотрудников ДПС и сотрудников ППС. Это не оправдывает никаким образом мое поведение и события, которые происходили в этот день. Но на тот момент я находилась в послеродовом состоянии, я принимала антидепрессанты. И обусловлено это было еще тем, что моего ребенка забрали у меня фактически силой. Я понесла наказание в тот день в виде ареста. Задерживать меня не имели права, у меня двое маленьких детей. Меня лишили прав. Я не спорила с этим. Я хочу попросить прощения в первую очередь перед нашими родителями, перед Геннадием Викторовичем, его супругой. Ситуация, на мой взгляд, политическая, и опозорена их фамилия, которую полоскали 8 месяцев в течение всего этого времени. И я не знаю. Наверное, все. Я прошу освободить меня от уголовной ответственности и назначить мне штраф.